Пика-пика. Всем привет, с вами Скримуха, и сегодня я записываю видео, как избавиться от завистников. Собственно говоря, от них невозможно избавиться, однако я вам могу дать пару советов, как с ними бороться. Завистники — это такая вещь, которая очень даже противная. Одна из простых вещей, которые нам преподносит школа жизни. Самый первый, самый гуманный способ – это равнодушие. Собственно говоря, можно исходить из того, что все люди для чего-то созданы, и в каждом человеке есть позитив. И, следовательно, чтобы избавиться от завистников, нужно просто забить на них. То есть ничего не обсуждать с друзьями, не показывать никаких вот успехов, просто забыть его и как бы показать ему, что тебе на него пофиг. И, собственно говоря, он сам может и отклеиться. Главное в этом способе – сохранять спокойствие и полное равнодушие к тому, что говорят. Почему мы, собственно говоря, отсоединяемся от завистников? А дело в том, что мы становимся какой-то непривлекательной жертвой для него. Мы не бросаемся на его фразочки всякие, и ему становится скучно, и он про нас забывает. Допустим, к тебе подходит какой-то завистливый человек, говорит: «Ты посмотри, смотри на него, что он вытворил!» Спокойствие, ребят. Только спокойствие. Вы говорите так: «Ну что, мне плевать». Второй способ – маскировка. В этом случае мы не показываем своих успехов, мы маскируемся, то есть не носим яркую одежду, становимся, ну скажем так, серой массой. Но у этого способа есть один минус – когда мы как бы маскируемся, у нас в душе какая-то подавленность происходит, потому что мы действительно понимаем, что мы серая масса, мы ничем не отделяемся, и, может даже в депрессивное состояние нас вести. И третий способ, самый жесткий, это война. Ну, тут все понятно. Просто много демонстрируем своих успехов, рассказываем друзьям о своих новых достижениях, показываем фотографии там с Гоа, с Ямайки, все что угодно. И, собственно говоря, так можно вывести человека из себя, то есть самого завистника. И когда завистник выходит из себя, его легко, становится уязвимым очень. И в этот момент мы его можем слить. Но главное, тут три правила действуют. Первое. Без мата и оскорблений, потому что иногда язык наш враг. Ну, вы сами понимаете, к чему это может привести. Второе. Очень важно продумать то, что вы сказали, потому что если вы не уверены в чем-то, не говорите. И если вы что-то скажете такое, в чем вы сомневаетесь, это может тоже пройти против вас. Третье. Хладнокровие. Покажите противнику, насколько вы сильный. Пусть ваше спокойствие внутреннее будет выводить из себя. И, собственно говоря, у вас должно быть не показное равнодушие, а прям полное спокойствие, прям как будто вы медитировали, не знаю, там, 4 года. Этот способ довольно грязный и трудный с этической стороны, но самый действующий. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Всем чаюсь скриво. Пока! Суть этого способа такова. Мы просто берем и